В зале администрации жены, дети, родители, родственники, коллеги погибших. Все едва сдерживают слезы. Потерять опору семьи в мирное время – трагедия. Потеря невосполнима. Сержанту Дмитрию Королеву было 47 лет. Младшему сержанту Александру Юркову – 29. Они погибли при исполнении воинского долга еще в марте. Младший сержант, 36-летний Виктор Петров, в апреле. Утрата невосполнимая. Но что мы можем? Мы можем помнить о них всегда. Мы можем помнить, и пока мы их помним, они с нами. Они в одном строю, они всегда в чести, они всегда в семье. С Дмитрием Королевым в Рубцовске простились еще 22 марта. По некоторым данным, он героически спасал раненых. Орден мужества накануне передали его супруге Ирине. Награды еще двум вдовам, Евгении Юрковой и Евгении Петровой, передал временно исполняющий обязанности командующего Сибирским округом войск Национальной гвардии России генерал-майор Андрей Батрак. Он поблагодарил семьи за то, что сумели воспитать таких мужественных и отважных людей, и обещал всяческую поддержку. Командование и Сибирского округа войск Национальной гвардии, и военнослужащие Рубцовского полка оперативного назначения всегда готовы будут прийти на помощь к вам по любой жизненной ситуации. Двери и воинское счастье, и управление округа для вас всегда открыты. Память героев почтили минутой молчания. Татьяна Голубева, «День с толком».